фойе театра «Веселье без границ». Обычно ведь как? Артисты выступают перед публикой, развлекая и поздравляя. Но нынче поздравляют их, артистов и режиссеров, рабочих сцены и бутафоров, сценографов и театральных педагогов. Я хочу поздравить всех, кто принадлежит к этому племени актерскому. Я сам артист. Я хочу, чтобы каждый верил в то, что он делает. И каждый всего себя отдавал, насколько это возможно. И каждый думал, что он в следующей роли долетит до облаков. Столетний юбилей собрал их вместе. Ведь, к сожалению, случается это нечасто по одной простой причине. В Оренбурге нет дома актеров, то есть своего, а не арендованного дома, где можно собраться по разным поводам, не думая, сколько за это нужно заплатить. Подобное помещение есть во многих городах России. Не хватает своего дома. Если бы был свой дом, у нас бы были более тесные связи и со всеми театрами, не только нашего города, но и всей Оренбургской области, но и всей области, но не только нашей области, но и всей России. На первом ряду зрительного зала ветераны. Те, чей стаж в рядах Союза превалил за 50 лет. Александр Жигалова, Изольда Лидарская, Александр Попыкин, Мария Гурьянова, Людмила Горган и другие. А на сцене появляются театры. Да-да, не удивляйтесь, ведь у нас каждый театр имеет своего, так сказать, небесного покровителя. В Орске Пушкин, в Бугуруслане Гоголь, в Оренбурге Горький и Файзи, в Москомедии, скорее всего, Кальман, а у кукол Буратино и Пьеро. Они приглашают на сцену московскую гостью Маргариту Сельянову, которая вручает награды руководству Оренбургского СТД, а далее министр культуры Оренбуржья награждает тех, кто внес безусловный вклад в развитие дела театра. У театра нет планки, на которой надо останавливаться. Театр, он такой живой организм, который всегда живет, он развивается. И каждый год мы видим новые спектакли, новые лица, новых актеров. Так что Союз театральных деятелей, большая работа впереди, хорошие перспективы. Поздравления в адрес Союза сменяют друг друга. И как всегда отличился Лев Назаров, директор хора «Новые имена». Дорогие друзья, мы пришли поздравить с юбилеем. А с юбилейным юбилей ходят с медалями, поэтому я пришел специально, Андрей Федорович, это вам берите. На сегодняшний день Оренбургское отделение СТД объединяет в своих рядах почти 180 человек. Это самая крупная творческая организация области. В разные годы ее возглавляли выдающиеся мастера Михаил Куликовский, Олег Милохин, Галина Орлова, Владимир Флейшер. И уже 12 лет у руля Союза народный артист Андрей Лещенко, которого театры вынесли на руках. А заместитель председателя Союза Екатерина Шарапова принимает поздравления с присвоением звания «Заслуженный работник культуры». Ежегодно Союз радует оренбуржцев проведением конкурсов «Актерская удача», «Пролог», «Кумир», а также бенефисами ведущих актеров. А они платят нам своей любовью. Земляки мои, я рад вас видеть всех. Спасибо.